Добрый день, уважаемые коллеги! Институт повышения квалификации «Технопрогресс» и Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Ассоциация безопасности качества» рады пригласить вас на онлайн-мероприятие, посвященное разбору мифов о приемах оказания первой помощи. Как показывает практика, навыки оказания первой помощи легче всего запоминаются при просмотре популярных фильмов, мультфильмов или сериалов. Однако в реальной жизни не все приемы, показанные на экране, могут действительно помочь человеку в экстренной ситуации. Во время эфира мы расскажем о том, как правильно оказывать первую помощь, какие экранные мифы не соответствуют действительности и могут скорее навредить, чем спасти жизнь. Регистрируйтесь, присылайте свои вопросы и отрывки из фильмов об оказании первой помощи на эту электронную почту. Наиболее интересные мы разберем в прямом эфире.